Это самая прохладная копалка, плюс 23. Я, честно говоря, весь мокрый. Вот такой здесь пейзаж. Пригласил сюда копатель Виталик. Я спрятался немножечко в лесочек остыть, так сказать, охладиться. Вот. Бабац. Кольцо. Похоже, серебро. Вот такое вот. Виталий где-то там пищит. Ну ладно, посмотрим, может, что сегодня еще будет. Надеялся сегодня, конечно, на плохую погоду, на прохладу. Приходится ее искать в тени. Виталик вон где-то там роет. У меня 20 копеек щитовичок. Год не просматривается. Очень грустненькое. Ну ладно. Может, повезет еще что-нибудь. Нарою. Пятачок. Лысенький. Бачок. 1930-й. А на Руси все еще жарковато. Надо было вечером ехать. Ну ладно. Где-то там Виталик бродит с пригласительным билетом. Царей пока нет. Вот еще парочка. Но это уже совсем поздние. Видимо, здесь кто-то присел. Березка тогда была молоденькой. И кто-то был тоже тогда молоден. Тьфу! Молод! Ну, да, в общем, потерял. Или потеряла. Хотел было уйти с этой россыпи. Решил все-таки достать все монетки. Вот. И среди них оказалась юбилейная десяточка. Вот она. Так что хорошо, что я не поленился выкопать советские монетки. Есть юбилейка. Вот так вот. Наконец-то старинная находка. Перстень женский, не погнутый. Может быть, даже средневековье. Вот. Виталик бродит. Вот такая вот у нас Русь. Вот такая вот у нас погода. Это даже хорошо, потому что приходилось просто прятаться в лесу. Плюс 23, но невозможно ходить. Вот так вот. Так, что у тебя там получилось? Ценного колечка. Комплекс целой сережки. Вот. А я не падай, не падай. Три манисточки. Три бардачос. Крестик вот красивый. Слушай, а может быть действительно тушилка? Потому что у меня такой же есть. Угу. Крестик вот жил, угу, красивый. Угу. Наверное, часть колокола все-таки. Или горшка глиняного. Угу. Ну, погубка какая-то такая большая. В общем, все, копалка закончилась. Травища по поясу.